Всем здорово, ребятки, с вами Фабиан, и сегодня я решила пострадать какой-то неведомой фигнёй и поиграть в игры для девочек. Ну и, собственно, давайте начнём. Так, лучшие игры для девочек. Барби спасает кошек. Эльза в 16 лет. Зимняя сказка, волшебная сказка. Шарики, акулы. Шарики, акулы. Ладно, все. Поиграем в Барби спасает кошек. Так, тут галимая реклама. Пошла нафиг. И вот она. Китти Рескивет. Посмотрим, что же это за говно. Продолжить. Что здесь у нас? Какой чудесный звук. Ладно. Что нам нужно сделать? Что это? А это что? Давайте дальше. Так, кошечка. Нужно ее помыть. Вот так. Намыливаем свою киску. Хорошая. Подожди, не тыкай пальцем, мы еще не домыли. Вот так. Смываем пену душем. Что в ней воткнуто? Она что, с ежом целовалась? Какая хорошая кошечка. Она не кричит. Она... Ой, подождите, еще не все. Она терпит. Смотрите, какие у нее грустные глаза. Вот так. Дальше нужно сделать кошечке рентген. У нее болит лапка. Что же здесь? Перелом. Давайте... Вот так починим лапку. А теперь возьмем выпрямитель для усов. А хвостик не надо, а то он тоже какой-то кривой. Она радостная кошечка. Шапочки для кошечки. Какая же лучше? Вот это. А это что за говнокостюм? Твою мать. Ведь реально существуют люди, которые одевают так животных. Давайте оставим вот этот. Мяу! Она довольна. Вот это! Я даже не хочу смотреть другие. Посмотрите! Это лучшее, что может быть в мире. Продолжаем. Смотрите, здесь есть категории. Холодное сердце, беременные. Беременные? Серьезно? Ладно. Поцелуй и дружба – это чудо, Винкс, уход за малышами, убор, кухня Сары, огонь и вода. Кошки – лучшие тесты. Даша, давайте поиграем в Дашу-путешественницу. Что тут у нас есть? Ну-ка. Даша в школе. Подождите, Даша и Диего, что это такое, интересно знать? Играем. Ой, Easy Hard Survival. Давайте на Easy поиграем. Что мы можем сделать? Мы можем ходить. Это так здорово. Боже, утконос. Злобный, уродский утконос. О-о-о! Вы слышали, как она орёт? Ой, 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 ой. Твою мать, пошел в жопу. Как, что надо сделать вообще? Мы можем бросаться. Ой. Пошел в жопу. Завернем в говно тебя, как ублюдок. Какашками запуливаем. Вот так, отлично. Утконос, какого черта ты ищешь? Иди сюда, засранец вонючий. Ах ты, падла. А, сиди в говне. Они вылезли, как вы вылезли? Какого хрена, они выкапываются? Уроды. А, вот что надо было сделать, а что надо было сделать? Мы подобрали какое-то говно. Это что, бусы? Это бусы. Ха. Ой, утконос плачет. Да пошел ты нахуй. Мы всех же... Подождите, надо было что-то сделать с ним, да? Что надо сделать? Ой, ой. А Даша путешественница, ты такая классная. Мы можем что-то пнуть, нет? Опачки, покатился и этого раздавил. Ой, цветок выпал. Нет, все, это просто какое-то невероятное говно. Я не знаю, как вот люди живые могут играть.
Для кого это придумывают, интересно? Ладно. Что здесь есть еще? Свадьба. Рапунцель. Маникюр. Маникюр. Давайте сыграем в маникюр, ладно? Хрюндель? Хрюндель, уходи, я хочу маникюр. Вот. Для начала нужно подумать, какие ногти мы хотим. Вот эти самые уродливые. Их что, надо на каждый палец клеить? Вот они, смотрите, какие убогие. Это будет что? Как? Это будут руки Микера. Так, для начала нужно почистить. Нет, не нужно чистить. Какой бы лак? Давайте вот этот. О, посмотрите, они прямо сияют. Это такая красота. Прелесть. Тут есть градиенты. Давайте возьмем вот этот. Боже, как уродливо. Это так круто. И картинки есть. Какую картинку выбрать? Я даже не знаю, здесь столько много их. Давайте возьмем вот эту, педерастическую. О, она выглядит еще хуже, чем вот здесь. Блин, классно, мне нравится. Next. Next, я сказала, next. Что мы можем сделать дальше? Мы можем кольца нацеплять. Это так классно. А это что, это браслеты? Какое же здесь самое убогое? Мне кажется, вот это. На этот палец. Как там? По-моему, классно. И еще зайчика. И какое-то говно. И вот этот лимончик. И конфетку. Блин, так красиво получилось. Давайте еще колечек надо побольше. Слишком мало, по-моему, получилось колечек. И браслетики. И вот этот... Ой, нет, вот этот уродливее, чем тот. Да, лучше это. Что, все? Я хочу... Нет? Подождите, можно еще на какой-нибудь палец колечко нацепить? Ну ладно, по-моему, и так уже здорово. Это прекрасно, просто прекрасно. Может распечатать? Можно распечатать свой результат. Это здорово. Принцесса или макияж? Что я хочу больше? Наверное, макияж. Давайте поиграем. Да что за дерьмо? Что с ней? Боже мой, волшебный макияж ледяной королевы. Давайте попробуем. И белым бела земля, королевство, королевой стала я. А ветер стонет и на сердце ураган. Мне б его сдержать, но я не могла. Польем лейкой. Лейся, лейка. А мы просто должны тыкать на нее лейкой. Это так классно. А что у нее с лицом? Потрескалась, кажется. Эй, тебе бы крема увлажняющего. Ой, мы вырываем из нее волосы. Это так здорово. Это что такое? Тряпочка ее потереть? А она испачкалась, бедная. Маленькая девочка. Она просто испачкалась. Вытирайся, вытирайся, скотина. Душка. Готова? Все, готово? Подождите, next. Что с ней за дерьмо? Фу, блин, а это что? Это другая маска. Ну, ладно, обидно. Бери душ. И теперь смываем маску. Это пузырек, который всасывает в себя ее прыщи. Полагаю, это он. Ну как здорово, что ей надо брови выщипать. Брови. Ой, все, она сейчас станет самой красивой в мире.
Это лучшая игра, которую я видела в своей жизни. А говно, а говно, а говно. Это тоже говно. Ладно, давайте оставим... Вот так. Говно. Наименьшее зол. Так. Ой, корона. И браслет, и ожерелье. Красиво. Давайте ставим вот так. И перчатки обязательно. Какой без перчаток? Ой, вот... Нет, говно. Вот так. Готово. Посмотрите, какая она прекрасная получилась. Прелесть. Давайте посмотрим еще категории. Что у нас есть? Детские. Почему я вместо Марио прочитала порно? Как это произошло? А, видимо, потому что рядом слово «детские». Ханна Монтана! И ранетки! Ой, во что поиграть, в Ханну Монтану или в ранеток? А что, грузиться ты не будешь, нет? По-моему, он не хочет грузиться, ну и пошел он в жопу, хрен бы вообще с ним. Мы же играем в игры для девочек. Давайте все-таки посмотрим на Ханну Монтану. Подождите-ка! Знаменитости. Твою мать, лечим зубы Анны. Если там вся игра такая, то это просто дичь. Кто это? Первый день в школе. Селена Гомес. Прекрасная Ариэль. Индиана Джонс. Стильная знаменитость. Давайте посмотрим, что есть на второй страничке. Ёб твою мать. Селена и Джастин онлайн. Сейчас мы поиграем. Мы увидим настоящих Селену и Джастина Бибера. Блин, это так классно. Давайте поменяем его прическу. Какая лучше. Обе очень классные. Почему обе? Все. Давайте оставим вот эту. У него здесь такой чистый след. I love you like I love some baby. Губки. Вот такие. В чем разница? Светишь? Вот такие. Очки. Вот эти с блестками. Все с блестками? Тогда вот эти все-таки, да. Во что он будет одет? Вот в это. Однозначно. Посмотрите, он джентльмен. Он что, похож на Геру Стрейзинга? Гера, прости. Серьги. А почему нельзя все сразу? Я хочу все сразу. Вот эти красненькие. Камушки такие блестящие. Вот кепка. I love you like I love some baby. Кепочка. Посмотрите, какой мужчина. Между вот этим и вот этим. Давайте вот это будет. Теперь очень Селена. Посмотрим. Прическа. Какая лучше? Они мне заново песню включили, да? Я выучу так. Какая лучше? Вот это. Вообще безоговорочно. Это что? Румяна. Вот эти, конечно, ну как бы, любая девушка выбрала бы вот эти. Так, теперь губы. Блин, очень сложный выбор здесь. Давайте вот эти, мне кажется, да? Они хорошо подходят к румянам. И к ее прическе. Глаза, это ресницы. Блин, наверное, вот эти, да. Это что, зубы? Я думаю, это цвет зубов. Ладно.
же помада розовая, давайте сделаем ей зеленые тени. Кажется, это будет очень стильно. Очки. Я не знаю, нужны ли ей очки, потому что у нее довольно стильный макияж. Это что, носочки? А, это одежда. Подождите, нет, очки я не хочу. У нее слишком хороший макияж, чтобы закрывать его очками. Так, платье. О, я думаю, вот это. Вы тоже так думаете? Посмотрите, весь образ подходит под цвет ее платья. Мне кажется, это очень хорошо и стильно. Так, теперь аксессуары. Мы должны выбрать. Боже, как блестит. Такие богатства. О, вот это, смотрите. Просто, смотрите, мы как угадали. Мы оставим, естественно, вот это. Потому что у нее все розовое и зеленые тени. Видите? Мы не прогадали. А здесь, на ее колье и серьгах, есть зеленые и розовые элементы. Я думаю, это прекрасно. Смотрите, какие чудесные. Все, хватит, достаточно этой песни. Звезды кино. Баба стоит в трусах и лифчике. Звезды кино. Ясненько. Короче, ребята, я не могу больше играть в это говно. Но если вдруг вам понравилось, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комменты, понравилось вам это говно или нет. Хотите, чтобы я еще поиграла в это? Короче, всем спасибо, ребятки. С вами была Фабиан. Счастливо.